Вопросы развития кооперации на селе глава Чувашии Михаил Игнатьев обсудил в ходе встречи с председателем Совета Чувашского республиканского союза потребительских обществ Валерием Павловым. Хлебозаводы, мясокомбинат, сети ресторанов и кафе на встрече говорили о том, какие результаты принес 2015 год. В целом, производство Чувашпотребсоюза по сравнению с прошлым годом выросло. В каждом районе республики есть небольшой сегмент, который обеспечивает население товаром. По населению, по товарам и услугам, значит, перебоев нет. По объемным показателям мы вышли в совокупный объем деятельности с 11 миллиардов 100 миллионов рублей. По системе Чувашпотребсоюза. На встрече глава республики поинтересовался качеством и стоимостью продукции. Как отметил председатель Чувашпотребсоюза, именно их товары предпочитает население. Это самый главный показатель. Когда доверие покупателей есть, это доверие, оно существенно для всех нас, и это доверие мы должны только дальше зарабатывать.